13.06 в Кирове. Это программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько. Свое особое мнение сегодня высказывает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кировской области Андрей Вавилов. Андрей Николаевич, добрый день. Добрый день. Я хочу начать с того прецедента, который благодаря усилиям, в том числе и вашим, произошел 2 декабря, или как сказать, состоялся, осуществился. Пенсионные взносы индивидуальных предпринимателей необходимо исчислять из расчета их чистого дохода. Соответствующее постановление в пятницу 2 декабря опубликовал Конституционный суд Российской Федерации, я цитирую по сайту «Бизнес-новостей». Процесс был, насколько я понимаю, реализован в Кировской области. Да. И это была большая проблема, которая не решалась годами. Там, расскажите, с чего все началось и что теперь в связи с такими изменениями. Началось все гораздо раньше, когда мы в свое время, если помните, вообще сражались за пенсионные взносы, и когда мы предложили общественной организации «Опора России» компромисс, значит, взносы были уменьшены в 2 раза, но при этом с оборота свыше 300 тысяч, вернее, с дохода свыше 300 тысяч, предприниматель должен был платить 1%. И когда мы этот закон прорабатывали, и мы имели в виду, что с дохода. Но когда закон заработал, и за 2013-2014 год появилась налоговая база, она была переправлена в пенсионный фонд, и пенсионный фонд начал выставлять бизнесу не с дохода, а с оборота. Представляете, если магазин продал, допустим, продуктов на 15 миллионов, закупил их за 14 миллионов, миллион наценки, то выставляет вам не с миллиона наценки, или там прибыль, или как ты ее называете, а с 15 миллионов, свыше все, что с 300 тысяч, то есть минус 300 тысяч. То есть это космические деньги, на самом деле. То есть это получался налог с оборотом. И вот когда я уже заступил уполномоченным, и вот прошлой зимой, весной вернее даже, ко мне обратились предприниматели, что вот им письма счастья, так называемый пенсионный фонд прислал, в которых надо заплатить темные суммы, на которые они действительно не готовы. Я посоветовался с коллегами из регионов, сказали, что ну, везде такая ситуация, и, в общем-то, они тоже с такой проблемой обращались в пенсионный фонд, и никто их не слышит. Я тогда провел совещание, пенсионное и налоговое, пригласил, значит, у нас как бы выстроены отношения с аудиторскими компаниями, и откликнулся Азиз Алиевич Агаев. Угу. Известный нашим слушателям. Да, вот мы собрались в налоговой, и, в общем-то, битый час примерно не говорились ни о чем. Причем нам сказали, а что вы вроде дергаетесь, суд есть, областное решение есть. Мы, к сожалению, это действительно нигде не мониторились, потому что арбитражная практика, как бы, она доступна, арбитражная картотека, а это почему-то шло по судам общей юрисдикции, потому что предприниматель из Юрьянского района, он в суде Юрьянского района свою правоту отстоял, но суд подал на апелляцию в областной, и областной принял сторону пенсионный фонд. На этом он, в общем-то, сник. Он был военным пенсионером, он сдал свидетельство о предпринимательской деятельности, и у него уже из пенсионных поступлений, как у военного пенсионера, вот эти деньги начали вычитать. Потому что решение вступило в законную силу. Я пытался его всяко... Ну, то есть нам сказали, что есть решение суда, вот, и показали, вот господин Тищенко, Виктор, сейчас потом вспомним, как его зовут полностью, вот. Я его пытался найти, даже я в Юрье много лет работал, попытался, он в городке жил, найти его, но в конце концов, через как-то я его нашел, он подъехал в Киров, он говорит, я уже ничего не хочу, у меня уже почти все вычли, но так как решение суда уже было, и вот это решение, которое областного суда, его могли применять по всей стране. То есть только мы в своей Кировской области могли вернуть все в исходное, потому что уже на основании его, как ну, все-таки у нас такое полупрецедентное право, хотя оно не так работает, но суды других регионов могли ссылаться. Еще было где-то, тоже в районных судах, но в другой республике, по-моему, Мордовии или где-то, сейчас точно не помню. Все-таки уговорили мы, вернее, там пару раз еще я ему позвонил, он еще раз приехал, уговорили мы ему, значит, что давайте мы от вашего имени пойдем дальше биться, хотя бы вот если вы уже не хотите, но другим предпринимателям надо помогать. За это время у нас было
около 10 обращений, я вам докладывал прошлой весной, и что вот писем счастья там то ли 7 тысяч, то ли 15 тысяч таких как бы могло быть. И были звонки, но мы уже потом не фиксировали, говорили, что мы боремся с этой проблемой, мы ей занимаемся. И предприниматель согласился, и вот как раз Азиз Алиевич помог подготовить апелляцию, или как она правильно называется, в областной суд. И надо честно сказать, что спасибо областному суду, что он неповерхностно отнесся к этой проблеме. Он ее отправил в Конституционный суд. И вот уже Конституционный суд, в общем-то, вот 30 ноября на своем сайте как бы опубликовал такое решение о том, что все-таки правда на стороне предпринимателей. И что теперь? Каким-то методом с тех, кого уже взяли эти средства, будут возвращать обратно, либо в зачет пускать, либо еще как-то, еще процедура непонятна, но тем не менее, мне уже позвонили несколько уполномоченных из других регионов, у которых тоже были обращения, нас поздравили, я говорю, ну это вообще общая победа, поэтому я озвучивал эту проблему и на федеральном уровне, уж не знаю, что там сыграло, но сыграло правду. И, в общем-то, мы за всю страну, я могу честно поблагодарить и Агаева Азиза Алиевича, естественно, самого Тищенко, предпринимателя, который все-таки поверил в наше правосудие и наш областной суд, за всю страну, в общем-то, решили вот такую немаловажную проблему. То есть, наконец-то, справедливость торжествовала. Андрей Николаевич, а какого количества людей, например, в Кировской области эта проблема касалась? Ну, вот по моей информации, около 10-15 тысяч. 10-15 тысяч, и это семей ведь, да? Не просто людей. Ну, за ними стоят люди, предприниматели, кормилец, наемные работники. У нас около 37-40 тысяч предпринимателей в области. Поэтому примерно там, ну, часть их находится вот на доходах. Половина практически, почти. Давайте треть хотя бы так скажем. Вот. Треть она точно коснулась, потому что у них всех доходы там свыше 300 тысяч, потому что понятно, что если предприниматель на услугах находится, то он там как-то по-другому. Там. А это с этого года будет возвращаться или как? Или еще пока непонятна процедура? Ну, я считаю, что так как изначально она неправильно трактовалась, надо возвращать ей за 13-й, за 14-й. 13-й и 14-й, 15-й. 15-й вот только сейчас. 13-й и 14-й. Да, это в 14-м году были платежи, это с 13-го года действовал закон. Я сейчас не буду за всю, так сказать, судебную систему говорить, но по моим понятиям должно быть, в общем-то, все вот эти излишние пенсионные исчисления должны быть как-то возвращены, либо там переписаны следующие платежи или еще. А как это скажется на тех предпринимателях, которые попадали в такую ситуацию? Что это будет, какое значение это будет иметь? Это будет стимулировать развитие предпринимательской деятельности? Я пока же у вас в студии сидел, мне вот как раз позвонили и поблагодарили за это решение. То есть я думаю, что часть предпринимателей, которая попала под этот пресс, она, конечно, воспримет и будет еще, в общем-то, стараться лучше работать. Я по-другому не понимаю, когда ты видишь, что государство все-таки есть государство, есть правда, которая восстанавливается. Ну, я, как предприниматель, с новыми крыльями полетел работать. То есть можно куда-то двигаться дальше? Ну, конечно. Но это, по сути, я же повторюсь, что это был вменен налог с оборота. То есть, ну не может там же, вот если читать очень внимательно конституционное решение суда, что очень грамотно там написано, что там пенсионные взносы это вообще то, что предприниматель в состоянии заплатить. Потому что когда такие суммы предъявили, он не в состоянии заплатить эти деньги. То есть это какой-то другой источник дохода не от предпринимательской деятельности. Вот как, по крайней мере, у самого господина Тищенко получилось. То есть он из пенсии пенсионера у него вычитали эти средства. Ну это просто маразм какой-то. И это Андрей Вавилов, его особое мнение сегодня в эфире. Через одну минуту мы снова в студии. Программа «Особое мнение» в эфире. У микрофона Светлана Занько. Свое особое мнение сегодня высказывает уполномоченный по правам предпринимателей в Кировской области Андрей Вавилов. О послании Федеральному собранию президента хотелось бы поговорить в части налоговой системы, о которой говорил Владимир Владимирович Путин. В частности, он сказал, что налоговая система должна работать на главную цель – стимулирование деловой активности. Вроде бы истина, чего ее и озвучивает. Однако мы помним прекрасно, что за последнее время в Кировской области бизнесмены очень часто жаловались на частые налоговые проверки и на то, что налоговая в Кировской области чуть ли не жестче, чем в других регионах, чем и оправдывали свои побеги из регионов другие, перерегистрацию юридических лиц.
Вот я бы хотела спросить у вас, Владимир, хотела спросить у вас, Андрей Николаевич, Владимир Владимирович Путин, что имел в виду, когда это сказал, и как его сигнал будет воспринят? Я думаю, что сигналы все-таки поступают, слава Богу, президенту. И не хотел бы затрагивать налоговую конкретно нашего региона. На это жаловались в нашей студии различные бизнесмены. Это не мои какие-то домыслы. Ну, если уж обсуждать нашу налоговую, да. Она не самая жесткая, это точно. Вот, справедливая, да? Насчет справедливости у каждого своя правда. Поэтому я могу точно сказать, что вот наша налоговая, с ней можно вести диалог. Вести диалог можно, и доказывать свою правоту тоже можно. Вопрос, все ли предприниматели это делают, либо затянут уже до того момента, когда пришла проверка, и уже появился акт, вот каждое обращение действительно по налоговой много, и каждое обращение получается индивидуально, как вот совершенно недавно пришел предприниматель, у него 3 предприятия, в одном условно там 30 миллионов, 30 миллионов, в третьем 15 миллионов, вот налоговая, значит, объединила и сказала, у тебя оборот 75 миллионов, ты вышел за рамки малого предприятия, ты должен насчитать налог. И досчитать налог на прибыль, НДС. Причем, ну, таким достаточно лаконичным письмом у предпринимателя есть выбор. Либо прийти объясниться, либо сидеть и не реагировать на это письмо. Причем, предприниматель приходит, срок там завтрашний, он говорит, вот, я говорю, что вы решили делать? Ну, вот, мы решили не отвечать. Мы решили не отвечать. Я говорю, ну, вот я вам честно, как предприниматель, говорю, что вы должны ответить. Вы пытаетесь как бы объясниться, начинает мне излагать суть, и я вижу, что у него есть предмет спора, вернее, не сколько предмет спора, сколько предмет объяснений. И вот, в принципе, по моему, ну, как бы, даже просьбе я, в общем-то, попросил все-таки написать, почему он так вел свой бизнес, почему он так обосновывался, и, слава Богу, значит, его не пришли проверять, а сейчас будет у него комиссия. После этой комиссии, она будет в конце декабря, я могу вам точно сказать, как налоговая среагировала. Я тоже увидел, что там, в общем-то, не во всем, по моему разумению, как я все-таки главным бухгалтером 14 лет отработал, все-таки нет там такой претензии, при которой он должен был насчитать НДС и прибыль. Поэтому, если обсуждать нашу кировскую налоговую, с нашей налоговой, по крайней мере, там, городской, с районной, надо общаться. Надо общаться, если считаете, что не нашли общий язык, надо выходить на областной уровень. И на областном уровне у нас раза два в три в месяц бывают, такие совещания, на которых, значит, меня приглашают. Бизнес приглашает меня, и вместе с налоговой бизнес объясняет, почему он вел так или так свой бизнес. Та там парадигма, что бизнес только делится. Чтобы уйти от налогов? Да, чтобы уйти от налогов, она не всегда как бы действительно обоснована. Поэтому считаю, что можно доказывать, можно объясняться, но ни в коем случае прятаться смысла никакого нет с налоговой, потому что если вы спрячетесь, она просто сделает там сначала откамерарит вас, потом выездную проверку, и в любом случае появится акт, который бы чаще не вашу пользу, потому что она налоговая так видит, есть судебная практика. И уже сложились стереотипные решения судов, которые все-таки не всегда в пользу предпринимателя. Поэтому понятно, что если... Насчет послания Владимира Владимировича. Да, если вернуться к посланию Владимира Владимировича, конечно, с точки зрения наполнения бюджета, налоговая делает, наверное, все правильно. С точки зрения... Это текущую ликвидность бюджета там, за счет собрать последнее, наверное, задача такая может быть выполнена. Но если думать о будущем, в общем-то, к чему призывает президент, то все-таки налоговая политика должна быть такая, чтобы бизнес, собрав последние налоги, с него не закрывался. И вот в этом и как раз есть, значит, там вот как раз метод управления через налоги, через подходы, через политику. Потому что, ну, да, бюджет сегодня наполнен. Что дальше будет? Ну, наверное, надо тоже думать и о том, что дальше будет. Андрей Вавилов, это его особое мнение в эфире нашей радиостанции.
Кроме того, что Владимир Владимирович Путин говорил в послании о налоговой системе нашего государства, он также затронул вопрос, к которому обращается на очень многих встречах. Вот если просто даже погуглишь, то увидишь, что он про диверсификацию оборонки говорит, ну вот в месяц не по разу, на различных совещаниях, встречах, форумах и прочее. И в послании тоже затронул эту тему, он сказал, что в итоге до 50% производства должно быть ориентировано на производство гражданской продукции. После 2020 года, совсем скоро, я не ошибаюсь, 2020 год имеется в виду? Я вот тут, конечно, обсуждать президента негоже, но тем не менее, у нас же был опыт в постсоветские годы заставлять оборонку делать какие-то товары народного потребления, там, в детских полянах, микроволновую печь пытались собирать. Магнитофон «Олимп» на Лепсе. Ну, это другая история. Это другая история, совершенно замечательная история. И собирали эти магнитофоны, делали, и они были самые лучшие в стране. Машинки «Зингер» собирали какие-то на «Маяке», по-моему, еще что-то. Но все это вот с учетом, так как мировой рынок очень быстро развивается, оборонка, она по себе неповоротливая. Она очень неповоротливая, и пока мы только начинали что-то делать, мир уже уходил к следующей модели, уже усовершенствовал, и мы не успевали. К сожалению, немножечко я не совсем верю. Вот те технологии, которые двойного назначения можно бы использовать из оборонки в гражданку, наверное, бы как-то надо. Но пытаться собирать микроволновые печи на заводе, который делает танки, наверное, все-таки глупо. Но он предупреждает. О чем предупреждает, он говорил не раз, что финансирование и госзаказ оборонный, он не будет бесконечным, и он не будет всегда вот в таком размере. Уже, по-моему, с 17-го года снижаться будет количество, по крайней мере, по данным от сегодняшнего дня, снижаться количество денег, которое будет вливаться в гособоронзаказ. Он предупреждает производителей, что им нужно готовиться. Пока наша оборонка только выживает, наша оборонка в Кирове, чем она плоха была, у нас в Кирове были заводы дублеры. Маяк был завод дублер Тульского завода. И многие-многие другие заводы, которые в стране было, в Советском Союзе было, завод был головной дублер, который находился в тылу, и вот как раз много заводов у нас с этим были. Поэтому часть оборонки у нас закрылась, само собой, потому что перестали заказы идти. Как бы на головные еще предприятия шли, и на наши, как бы, вот они закончились. Поэтому я пока не вижу экономических предпосылок, чтобы наша оборонка еще начинала заниматься какой-то бытовой деятельностью. А выход тогда какой у них? Если действительно гособоронзаказ будет сокращаться... Нет, ну понятно, что будут делать наши заводы, которые только-только ожили, показывают хорошие результаты. Надо тогда на своем производстве искать какие-то конкурентоспособные технологии, которые можно перенести, а не пытаться собирать отверточными технологиями что-то другое. Именно те двойные назначения, где-то, конечно, достаточно секретная информация, я не обладаю, и какой-то такой общий рецепт, но то, что в конкурентной среде выиграет тот, у которого есть новация, какое-то конкурентное преимущество по сравнению с другими технологиями, наверное, тот и выиграет. Но я говорю еще раз, что в оборонке обычно это все медленно делается. То есть мир быстро так уходит, развивается сегодня очень быстро, что с технологией внедрения в оборонку, так сказать, с ее большими вот этими секретными подходами, это очень медленно происходит. Нет у меня рецепта. Андрей Вавилов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кировской области, свое особое мнение сегодня высказывает в эфире нашей радиостанции. Про лесную отрасль с вами хочется поговорить. О реформе лесной отрасли в Кировской области новая команда управленцев заявила практически сразу. Достаточно четко и ясно были определены критерии и там, чего хотят добиться и какие изменения будут вносить. И мы задавали эти вопросы в том числе и профильным министрам. Но вот хотелось бы понять, есть ли первые отклики от лесников, я имею в виду тех, кто задействован в этой отрасли, и подрядчиков, и субподрядчиков, которых было множество, да, первые отклики на эту реформу, и, может быть, какой-то анализ инициатив правительства в этой отрасли? Отклики могут быть какие? Те аукционы, которые объявлены, по моим понятиям, со слов предпринимателя, я сам не проверял, что... Хоть и цены очень высокие поставлены, стартовые, больше половины уже есть заявки. Значит, бизнес практически принял эти условия игры.
Вопрос от безвыходности, от безысходности или каким-то экономическим соображениям, наверное, дальнейшее покажет. То есть, если предприниматель купил лес уже на корню дорого, то сможет ли он там соответствующую зарплату высокую платить, соответствующие там еще какие-то отчисления в бюджет делать, восстанавливать, ну, там уж восстанавливать мосты, дороги, точно денег не останется. Поэтому игра с крупными игроками, ну не игра, а, так сказать, условия работы с крупными инвестиционными проектами, они, наверное, порождали кучу проблем, но тем не менее они порождали возможность инвесторов выполнять какие-то инвестиционные соглашения. Понятно, что малому бизнесу денег не хватит, но тот опыт, который сейчас, вот этот закон, который приняли на прошлом МЗС, это вот лесоперерабатывающих пунктов в Архангельской области с 2009 года введен. И вот долгое время, если вы знаете, не знаете, у нас не было возможности выставлять леса на торги. И как раз вот Архангельской уполномоченной, мы ему все помогали, был инициатором вот этой идеи вернуть это. И как раз вот кнут был, встаньте на учет, а пряник был, вы получите леса, придя на аукцион. Вот. Поэтому кнут и пряник тут получается, что да, мы готовы вести прозрачный бизнес, но при этом создайте такую систему доступа до лесов, которая бы нас без работы не оставляла. То есть если мы показали свой бизнес, мы открыты для вас, тогда и государство как бы создайте условия. Но пока вроде бы, если бизнес пришел и практически разобрал все леса, на аукционе разобрал, то ну, они пока, поняли, видимо, и приняли условия. Видимо, что принимают, пока принимают условия. Но с другой стороны, надо честно сказать, что я и сам много лет работаю в лесной отрасли, порядок там наводить надо. Надо наводить, и вот это первые шаги для наведения порядка, именно для тех, кто хочет работать в белую, тот будет принимать условия, которые предлагает правительство сегодня. Если он не примет какие-то условия, ну, может быть, как-то другие. То есть, ну, чуть-чуть надо время, чтобы старт произошел. А что в итоге получится? Вы представляете себе, Андрей Николаевич, в лесной отрасли? Ну, если взять архангельский опыт, они стартанули, что доходность была от лесного отрасли 280 миллионов, а пришли к цифре 4-5 миллиардов в бюджет. Поэтому плохо ли это или хорошо? Конечно, хорошо. С точки зрения бюджета хорошо, с точки зрения предпринимательства каждый сам предприниматель должен дать оценку, сколько он станет больше платить в бюджет и как ему государство создаст эти условия, чтобы он мог и сам зарабатывать и платить в бюджет. Ну, когда вы называете цифры от несколько сот миллионов до нескольких миллиардов, очевидно, что есть где наводить порядок. Да, согласна совершенно. Андрей Вавилов, его особое мнение. Через 2 минуты мы снова в студии. Особое мнение. У микрофона Светлана Занько. Свое особое мнение сегодня высказывает Андрей Вавилов, уполномоченный по правам предпринимателей в Кировской области. Что вы знаете о создании черного списка налогоплательщиков в Кировской области? Я бы его так не назвал, черный список, потому что у нас пока нет взаимопонимания с налоговой. То есть любой налогоплательщик, который когда-то там, ну, допустим, на один день даже не заплатил налог, возникла пень за один день. Ну, всякое бывает в этой жизни. И вот уже, то есть мы вот сейчас как раз воюем на эту тему, все-таки кто такой налогоплательщик, которого определить в этот список. Для этого есть штрафные санкции, для этого есть пень. Там, черный список – это тот, кто снижает налоги, там глобально их не платит, задерживает зарплату, наверное, да. Но у каждого своя экономическая ситуация, и не дай бог посидеть в шкуре каждого такого предпринимателя, у которого случилась такая ситуация. Но на самом деле это метод собирания, повышения желания собрать налоги. То есть, в общем-то, я вот сейчас приглашен в комиссию, где по недрам, и есть список, там, у кого карьера, у кого еще что-то. И туда, когда приглашают предприниматели, и, значит, вот доводят, у вас есть такая-то задолженность, бюджет по состоянию. То есть, вот последняя комиссия была по состоянию на 1 октября.
85% предпринимателей говорят, мы не знали, мы сейчас заплатим. А кто-то уже приходит с платежками и говорит, я уже заплатил, и поэтому там никаких санкций к этим предпринимателям нет. Но есть такие, которые говорят, так мы уже деятельность давно не ведем, и поэтому у нас, честно говоря, и платить нечего. И то, что там снежный ком катится этих долгов, ну, мы знаем, но мы в безвыходной ситуации. Поэтому вот сама по себе комиссия, она такой, не то чтобы руки выкручивает, но она является такой, ну, рабочим таким инструментом, когда предприниматели напоминают, что надо бы платить налоги, иначе ты лишишься вот, права добывать песок. То есть комиссия и без черных списков работает над этим вопросом? Да, эта комиссия работает и без черных списков. Наверное, есть кто не является на эти комиссии, потому что я же предпринимателей в первой части нашего разговора призывал не прятаться с налогов, а все-таки как-то взаимодействовать. Поверьте, там такие же работают люди, только они выполняют другую функцию. То есть, приходя на эту комиссию, мы еще там ни одного предпринимателя или там ООО не лишили права добывать песок. То есть всем дают там кому-то 3 месяца, кому-то говорят, да мы уже там завтра сами заплатим, на то, чтобы как-то разобраться с этой ситуацией. Поэтому дойдем ли мы до черных списков? Наверное, дойдем, те, кто вот не будет являться, те, кто какие-то злостные. Но от этого у них больше денег не появится, поверьте, предприниматель не платит не потому, что он сегодня там не хочет чаще, потому что ну, бизнес-ситуация, экономическая ситуация не позволяет выполнять свои обязательства. Я бы отнесся к этому, ну, как-то вот, такой метод кнута, но он... Вы не считаете, что он чрезвычайно действенный? Да, я не считаю, что он там, ну, черный список. Кто-то ведь у нас наоборот скажет, ха, так он молодец, но люди не платят. Такие же тоже есть. Почему я должен платить еще? А вот сколько их черных-то, зачем я буду платить? Потому что не факт, что таких тут тысячи, да, как это? Полка в двух концах получается. Да, я бы лишний раз, лишний повод в прессе что-то перетереть. Глупо, мне кажется. Андрей Вавилов, его особое мнение. И я бы хотела поговорить о кадровом резерве, который сейчас, первый поток сформирован уже нашим опорным вузом. Задача была поставлена в Рио главы региона Игорем Васильевым. И в первую очередь требовались специалисты Министерства промышленности и энергетики и Министерства лесного хозяйства. Знакомы ли вы с этой программой, как к ней относитесь, и какие люди, с вашей точки зрения, требуются во власть? Ну, конкретно в эти министерства, они непосредственно с вашей деятельностью связаны? Ну, конечно, требуются власти. Люди, которые принимают быстро решения, могут договариваться, могут обосновывать свое решение. Вышестоящим руководителем, все равно, если руководитель региона, там важно, на какой уровень вас не пригласили, все равно придется, так сказать, обозначить свою позицию. То есть требуется хорошие аналитики с быстрым принятием решения, с каким-то, естественно, но это понятно, что если опыт есть, то он, как бы, человек мыслит быстро и грамотно. Потому что новая команда пришла, она настаивают на быстрых решениях и на быстрых результатах, потому что время раскачки совершенно нет. Совершенно нет. Надо перелопатить, разобраться с тем, что было, и быстро принять стратегии, куда идти вперед. Поэтому вот такие люди, у которых есть энергетический склад ума, которые технари в основном у нас же обладают такими вот, тем более, как вы там сказали, основные технические, да, направления, промышленность. Нет, пока старт проекта касается Министерства промышленности, энергетики и лесного хозяйства. Ну вот это люди с хорошим техническим образованием, имеющие хороший опыт работы. То есть они могут мгновенно принимать решения и правильные решения, потому что у них есть накопившийся опыт. Я думаю, что этим людям должно быть стаж лет от 7 до 10, до 12, имеющих, может быть, пару образований, техническое, может, экономическое или юридическое еще. Потому что вот такие люди способны влиться в тот коллектив, который сегодня формируется в правительстве. А вот эта история, что формируется кадровый резерв через университет, через целую систему тестирования, собеседования и прочее, она вам нравится? Вообще университет является профессионалом. И если помните, то у нас ведь еще система распределения была кадров, поэтому нормально совершенно. То есть у университета есть
совершенно технологии, которые обладают именно выявлением каких-то вот именно качеств в человеке. Я думаю, что это хорошо, все правильно. А кому еще поручить? Кому-то кадровое агентство? Ну, я что-то не знаю ни одного кадрового агентства у нас в Кирове. Может, я далек от этого, чтобы вот можно было квалифицированным все-таки. Люди, педагоги, они считывают со студентов, и 1000 студентов проходят. И я знаю, что я когда учился, и учились, и все мы учились, я знаю, что каждый педагог знал о каждом студенте, то есть сходу мог прочитать на первом курсе, кто из него получится. Поэтому, а где еще такой опыт может быть? Только в ВУЗе, наверное. Тем более, он сейчас единый и опорный. Единый и опорный. Да, Андрей Вавилов, уполномоченный по правам предпринимателей в Кировской области. Кировстат заявляет, что объем инвестиций в области падает, свежие данные. Одновременно правительство на своем сайте размещает сообщение о том, что инвестиционный климат в области улучшается. Вот здесь не видите никакого противоречия? Как это совмещается? Ну, цифры, статистика делают, так сказать, хорошие. Ну, надо тогда, смотрите, по отношению к другому, к другим регионам, то есть в динамике смотреть. Понятно, что кризис коснулся, всемирный кризис, нефть падала там, до 27 или 30 долларов. И давайте, то есть, ну, я, честно говоря, в динамике, если посмотреть, то ну, статистика такой очень хороший инструмент, но надо смотреть динамику. Что касается там, серьезных инвестиций, ну, нет, наверное, ни одного там выпуска бизнес-новостей, еще что-то. Какой-то инвестор, в том числе там, китайский инвестор, не пытался прийти на территорию области. И у меня есть обращение, ну, не обращение, люди приходят, предприниматели на консультации, я объясняю, что у нас есть корпорация на федеральном уровне, которая там, доставляет кредиты, областной фонд, еще что-то. Люди приходят и стараются найти, как запустить проект, где найти финансирование, еще что-то. Поэтому, ну, все относительно. Честно, все относительно, все живое. И, да, наверное, какое-то было затишье в какой-то момент. Ну, все зависит от нашей активности. Про оценки. Оценки – дело такое, тоже наживное. Что такое благоприятный инвестиционный климат? Ну, у нас один из стратегических инициатив, который представляет Андрей Сергеевич Никитин, так сказать, делает озвонку предпринимателей регионов по разным вопросам. Например, сколько там, время тратится на там, регистрацию предприятия, сколько времени тратится на разрешение получения строительства или вот эксплуатации, сколько. И вот таких параметров, там, по-моему, то есть это то, что говорят бизнесмены, и насколько им удобно работать в этом регионе. Да. Вот, не знаю ничего. Последний вопрос. Бизнес, правительство просило бизнес поддержать хоккейный клуб «Родину». Исполняющий обязанности зампреда правительства Дмитрий Курдюмов, выступая в Вятской торгово-промышленной палате совсем недавно, предложил создать попечительский совет. Члены совета ВТПП приняли решение рассмотреть возможность участия в формировании попечительского совета «Родина», а также других направлений финансовой поддержки клуба. Как вам нравится эта история? Какое решение, вы думаете, бизнесмены примут? И, может быть, стоило бы им принять? Ну, история не новая. Я точно знаю, что попечительский клуб был и раньше, и родине уже не 15 лет. По-моему, Владимир Васильевич Быков возглавлял. Быков возглавлял. Я знаю, что много времени Маури Андрей Робертович приложил, много времени и, не знаю, и средств, наверное, естественно, где-то вот в прошлых годах, там, в четвертом, ну, в начале тысячелетия этого, очень времени много тратил на это время уж, так сказать, с кем он, кто ему помогал, я точно не могу знать, потому что я тогда неактивно занимался спортом нашим кировским, разбирался, как же оно финансируется. Но тема не нова. Думаю, что часть предпринимателей, кто еще, так сказать, по силам будет помогать. А если самому бизнесу сегодня надо помогать, но, к сожалению, так сказать, наверное, такое дело добровольное, но очень важно.
А пример в Рио губернатора, который объявил акцию «Болеем за Родину» и купил вместе с семьей абонементы на домашние игры кировской хоккейной команды, вы думаете, привлечет народ на стадион? Или, не знаю, с этой целью, наверное, это было сделано? Ну, если... Или показать если бизнесу, что он заинтересован? Все билеты скупят до конца там, года, игрового года, то, наверное, будет здорово. Тогда и попечительский совет не нужен. Ну, почему? Этих денег не хватит билетов. Не хватит. Не хватит. Денег болельщиков не хватает, чтобы содержать клуб. Но это какая-то... Там, надо, конечно, с Володей Заболовским поговорить. Он, наверное, он директор, по-моему, клуба. Да. Он больше знает, то есть, вот этот вопрос. Ну, это очень маленькая толика доходности клуба. Там его есть... нужно поддерживать, Андрей Николаевич, клуб. Клуб нужно поддерживать. Там любой миллионы спорт. И десятки миллионов. Любой спорт нужно поддерживать. Даже там же есть... Бизнесменам там, нужно профессиональные клубы поддерживать. Но если они это получают какую-то экономическую выгоду, либо моральную выгоду, то почему бы то нет? То они этим и занимаются. Ну, конечно, эти там клубы можно, наверное, как-то разместить рекламу на форме. И если это будет способствовать продвижению услуг или товаров этой компании, то почему бы и нет? Какая-то, может быть, там в другие регионы, когда Родина едет, там какие-то заставки, там рекламные ролики, еще что-то. Если это помогает бизнесу, то тут должно быть, может быть, какое-то вот взаимовыгодное спонсорство. Программа наша подошла к концу. Это было особое мнение. Особое мнение сегодня высказывал Андрей Вавилов, уполномоченный по правам предпринимателей в Кировской области. Благодарю вас. Я, Светлана Занько, прощаюсь со слушателями. До новых встреч. До свидания.